Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас». Это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Такой пакетик пустых баночек скопился. Давайте начинать по порядку. Про краску много вопросов. Да, показываем пустую баночку. Это Faberlic Expert Color, то, что сейчас у меня на волосах. 7.3, пряная корица. И она, конечно, отличается с цветом на упаковке. Ну, во-первых, она светлее, наверное, светлее, да, хотя вот смотря к какому месту приложить. И на упаковке она как-то идет вот немножко с другим отливом, что ли, не знаю. Были вопросы в личку. Если я покрашу 7.3, будет у меня то же самое, что и у вас. Девчонки, все зависит от базы. Если вы краситесь на темный цвет, естественно, будет другое, надо осветляться. Смотря на какой цвет вы будете краситься, да? Хотя, когда я на красный, первый раз красилась краской 7.3, да, есть видео, можете поискать его. Получилось, в принципе, практически то же самое, но больше было рыжины. Есть ли рыжина, спрашивали от этого оттенка? Да, она есть. Рыжина есть, и... Ну, она такая благородная, что ли, скажем так. Цвет красивый, на самом деле, цвет крутой. Артикул краски 180-16. Пока планирую в таком цвете оставаться. Так, дальше. Наконец-то, из серии «Наконец-то» закончилась, это «Луника». Мне вообще не понравилась эта серия, девчонки. Это у нас с вами очищающий крем-гель для интимной гигиены, артикул 26.00. Не понравился, потому что очень яркая душка. Он какой-то неделикатный, сухость, что ли, не знаю. Ну, не понравилась. Не понравилась вообще серия за этот ядреный аромат. Все, что я пробовала, нет. Покупку однозначно больше не повторю. Добила еле-еле, прямо наконец-то, слава богу. Так, закончился детский крем для мамы и малыша с депантенолом. Моя любимая линейка, уже много раз вам про него рассказывала. Гипоаллергенный, 0+, применяем всей семьей, и Крестюшке, и Ксюше, и себе ручки помазать. Он действительно классный, он снимает раздражение, он снимает покраснение, он легкий, он очень быстро впитывается. С ним делаю массаж Крестюшке. Крем классный, вот сейчас у меня уже 3 тюбика в запасе, поэтому люблю. 16.45 его артикул, он действительно достойный. Так, закончился вот такой вот дейзик, 48 часов защиты у них, конечно, нет, как они пишут, это обновленная линейка дезодорантов Faberlic, да, с маленьким шариком улакрема, они побольше, здесь они такие маленькие. А это у нас с вами был зеленый чай. Зеленый чай, артикул 25.91, аромат приятный. Аромат действительно приятный, легкий, во всей этой серии не перебивает запах парфюма. Так, артикул вам сказала? 25.91, да. Но 48 часов нет, а 24 часа, да, и очень достойный дезодорант, как бы много лет ими пользуюсь. И после перевыпуска, я думаю, ничего не изменилось, все то же самое. Они не содержат спирта, что тоже очень хорошо. Так, дальше. Эксперт шампунь, обновленная линейка, да, бальзам еще не закончился, шампунь уже, да. Артикул 18.89, это активное питание. И, знаете, он, ну, средненький такой шампунь. Ничем не лучше, по моему мнению, ботаники, вот честно. Волосы после него мягкие, хорошие, но я имею в виду ботанику, вот эту зимнюю, да. Хотя бальзама уже на складе нет, и даже по артикулу он не пробивается. Но мне очень понравилось. Ждем в следующем каталоге с вами новую линейку, будем пробовать. Да? Обычный хороший шампунь, не спутывает волосы, промывается второго раза. А нормальные волосы, именно вот этот шампунь, активное питание, может утяжелять. А поврежденные, сухие, нормально, все отлично как бы. И у меня после обновления вот этот вот шампунь, он зуды кожи головы не вызвал. Хотя многие писали, у кого старые вызывали, зуд кожи головы вызвал и этот. Я не знаю, что здесь такого. Кто-то, помню, мне из девчонок писал, что именно вызывает зуд в этой линейке. Я не помню, если честно. Обычный, ну вот нормальный. Ничего сверхъестественного не могу сказать. Обычный, хороший такой нормальный шампунь. Так, закончился крем для душа из линейки, гель для душа из линейки Бонжорно. Классный, люблю их. А это у меня... С чем он? Красный апельсин и марокканская роза. Да. Аромат прикольный. Несмотря на то, что марокканская роза больше пахнет грейпфрутом. Свеженький. Пенится отлично. Мне кожу не сушит. Хватает надолго за счет того, что расход у него небольшой. Артикул 17.28. Вся эта линейка очень достойная. Подбирайте себе аромат, какие нравятся, и в путь, как говорится. Так, закончился шампунь-бальзам из серии Lovely Moments. Детский, с малиной.
Он 3+. У нас 26,90 артикул. Пользовалась им Ксюша. И мне не понравилось. Мне, во-первых, не понравилась эта вся серия из-за очень яркой отдушки, которая напоминает в бьюти-кафе «Малину». Она мне не нравится. Кто-то ее любит, кто-то писал, что прямо от этого аромата балдеет. Мне она совсем не нравится. Вообще тошнотворный, химозный аромат. Во-первых. Во-вторых, шампунь-бальзам, но бальзамом здесь совсем не пахнет. Волосы после него все равно запутанные. Ну, понятно, он детский, там составы безопасные, да? Но все равно. Такой больше не возьму. Даже Техно-Китс зеленый с яблоком мне нравится больше, чем вот это. Так, дальше из БАДов пропила Energy Boom. Что хочу сказать. Так, здесь у нас 60 дрожжей, и пили мы с вами его, я пила по 2 штуки после завтрака, я вот так пила. А по-моему, да, 3 порции в день, я пила по 2. Здесь у нас в составе кофеина гуарана, так, экстракт плодов, да, кальций стеарат, но остальное как бы не считается. И что хочу сказать про этот БАД, артикул 157-27. Действительно, да, энергия. Сравним по действию с энергетиками. На сайте якобы пишут, что там кофеин и гуарана, он не такой, как в кофе и в энергетиках, более безопасный, не знаю чем. Ну, в общем, пропила. Все, баночка пустая, они такие светло-зеленые таблеточки были. Энергия действительно есть, да. Выпиваешь, и где-то через час начинаешь ее ощущать, и держится, в принципе, заряд этот весь день. Поэтому работает, БАД работает, кому надо, вот. Но, опять же, кофеин гуарана, у кого давление высокое, лучше такими вещами не пользоваться. Закончилось вот такое вот мыло из линейки Faberlic Home, сочное яблочко, обновленное уже 5 в одном. Артикул его 302.06, здесь 300 миллилитров, удобный дозатор, все в нем в принципе хорошо, действительно нейтрализует запахи вся эта серия. То есть если вы порезали на доске там лук, чеснок, рыбу, а потом помыли с этим мылом, то запаха не будет, также и на руках. Поэтому в принципе работает, периодически беру, но мне как-то вот это мыло, оно немножко подсушивает руки. Я предпочитаю на кухню ставить ля крем, несмотря на то, что вот это справляется с запахами как бы на ура. Дальше. Из детской линейки закончился гель для купания Faberlic Baby. У меня большой запас всегда. Либо гель для купания, либо средство для купания. Артикул 1641. Он тоже с депантенолом, с экстрактом ромашки. Он действительно классный. Он уже идет у нас с вами такой прозрачненький, немножко с оттенком трав. Гелеобразная консистенция. Если средство для подмывания, оно такое вот белесое, здесь гелеобразный продукт, но пахнут они все, в принципе, одинаково. 0+, хорошее средство, используем его, когда заканчивается подмывашка, как подмывашку, все вместе тоже, и крестюшку с ним купаем, поэтому никаких нареканий нету. Вот эта серия безумно крутая, безумно классная Faberlic, я ее очень люблю, всегда в запасе что-то есть. Так, закончилась вот такая вот, вот такое масло для душа. Уже второй раз вам показываю Dream Therapy. Мне очень оно нравится, безумно. Перед сном принимать душ с ним вообще какое-то блаженство. Как самостоятельный продукт наносить на тело, а можно и на мочалку пенить тоже очень хорошо. Просто отлично. Здесь небольшой, конечно, тюбик, 150 всего миллилитров, и цена не бюджетная. Артикул 26.14. Но оно действительно крутое. После него тело безумно гладкое. То есть действительно там есть масла. У кого кожа сохнет сейчас, прям рекомендую присмотреться, кто любит аромат этой линейки, потому что он тоже вот такой вот белесая консистенция, ну такая кремообразная больше, потому что аромат у этой линейки ярко выраженный, специфический, не каждому может подойти. Если вам нравится, очень рекомендую присмотреться к этому продукту, действительно крутой. Так, дальше. Закончился вот такой универсальный крем с аргинином. Применяла его просто вот так вот применяла, потому что эффект от него не увидела абсолютно. Артикул 1279, и девчонки со мной согласились, что после перевыпуска этой линейки эти кремы стали слабые. Работают не так, как раньше. Соглашусь, вот этот крем с аргининым очень многие любили и ждали, но по факту он разочаровал практически всех. Я не слышала вот ни одного положительного отзыва, да, поэтому вот так вот домазала, добила, а по сути ничего интересного, как бы ничего хорошего. Закончилась вот такая маска Global Oxygen, пузырящаяся, классная, кислородная пенящаяся маска для лица. Здесь всего лишь 30 мл, артикул 0857, она очень крутая, мне понравилась безумно, буду повторять однозначно. Она такой вот светло-голубой оттенок имеет. Но здесь один косяк, девчонки. Знаете, какой? Вот эта вот трубочка, которая внутри,
она не достает до дна. И когда мы пользуемся, да, смотрите, сколько она не достает до дна. Видите? Вот столько продукта остается. То есть я это просекла, я ее доставала оттуда, чем могла. Собственно говоря, но это тоже неудобно, тюбик, потому что такой узенький. Вот это, я считаю, недоработка. Либо какой-нибудь другой для нее придумали бы флакон, либо пусть она бы доставала бы. Потому что неудобно, не выдает уже она в конце маску, но я ее все равно допользовала. На сколько применений хватило? Применений на 7, наверное, точно, вот этого вот флакончика. А я наносила как? На лицо быстро-быстро-быстро тонким слоем она начинает пузыриться. Проходит минуты 3, я еще раз это все дело по лицу, пузырики все исчезают, размазываю, она опять пузырится. Так можно делать бесконечное количество раз. Какой эффект? Эффект очищенной кожи, чистых пор, в то же время увлажнения, никакого нет пересушивания, какой-то вот в ней однозначно есть увлажняющий компонент. Ровный тон лица, в общем, маска классная. На акциях или по Фаберлик Лайк прям очень рекомендую попробовать. Так, дальше. Закончился мой любимый кислородный гамаш из линейки Axiology, кислородное дыхание. Мне очень нравится это средство как умывашка на утро. Артикул 0271. Там не очень много частиц, и они округлые, не сильно травмируют, ну не то, что не сильно, они не травмируют, в принципе, кожу. Они достаточно деликатные и больше здесь такой гелевой консистенции, такой ментолового цвета, и частичек не сильно много. И после этого гамажа, когда им умываешься, такое ощущение, что кожа дышит, как будто через нее проходит кислород. Вот на утро прям очень круто, рекомендую. По акциям часто сейчас в последнее время бывает, в этом каталоге, по-моему, есть, присмотритесь. Так, и последний, по-моему, продукт, да, это гель для душа Bubble Gum. Мне очень понравилась эта линейка. Почему? Потому что новогодние лимитки отвечает заявленным ароматом. Раньше такого Фаберлик не было. Они говорили елку, а по факту елкой и не пахло. Здесь действительно Bubble Gum. Bubble Gum в натуральном виде. Ну, как в натуральном? Bubble Gum сам по себе не натуральный. Ну, прям живой Bubble Gum из флакона. Артикул 2739. Мылась им Ксюша, ей понравилось. Как бы пенится он хорошо, все отлично. Поэтому нареканий к этим гелям для душа нет. Вот и все, мои хорошие. Вот такие баночки пустые в этот раз у меня скопились. Если видео было вам полезно и интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылка на регистрацию Фаберлик всегда под видео. Ну, а я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.